Я спиной ощущаю, как будто кто-то стоит сзади. Нужно людей. Нужно людей. Сущность, которая находится в нашей квартире. Ты сейчас рядом с нами? Ответь нам через маятник. Тихо. Уже да. Ты посмотри, что показалось. Удар, и только что сейчас что-то в ванной было. Друзья, посмотрите. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Там написано «Смерть». Мы хотим связаться с сущностью, которая обитает у нас в квартире. Мы можем это сделать. Да. Сейчас. Тем не менее. Тем не менее. Сущность, которую недавно запечатлела наша камера видеонаблюдения. Назови свое имя, кто ты? Какие-то помехи были сейчас. Старые, а тут... Там старые, а тут... Лёва или Лёша. Пути с тобой. Чёрная сущность, которая прошла по коридору и вышла из входной двери из квартиры. Назови своё имя. Мы требуем назвать своё имя. Кто ты? Помехи какие-то. Я. Я демон. Четкий ответ был. Я демон. Имя скажи свое. Открылся. Открылся. Еще раз. Назови свое имя. Какой ты демон? Как тебя именовать? Имя. Великий. Вздох.
Предан. Могила. Сектанты там. Сектанты. Что-то там. Тебя кто-то к нам послал? Тебя кто-то отправил к нам? Это был обряд? Ритуал? Что это было? Я слежу через телефон за Настей. Ведьма. Магия. Не разобрала. Был какой-то ответ четкий, но неразборчиво. Назови имя человека, который тебя послал, если таково имеется. Кем ты послан? Самого демон Стас. На самом деле это давно. На самом деле это давно. Все. Слушай, ты хочешь причинить нам вред? Пожалуйста, ответь нам на наш вопрос. Ты хочешь причинить нам вред в нашем доме? Я сижу внутри вас. Да. Скажи, пожалуйста, как? Скажи, пожалуйста, как? И что-то там. Это ты проявлялся ночью черным силуэтом на камере ночного видения?
поняла. Открывай танки. Открывай там. Он активный и что-то там. Какова цель твоего присутствия в нашей квартире? Что ты хочешь? Я спиной ощущаю, как будто кто-то стоит сзади. Прям ощущение четкое такое. Дом. Туда не зайдет. Нужно людей. Нужно людей. Четкий ответ, чистый был. Нужно людей. Наверное. Отпускаем. Ладно, спасибо за общение. Мы отпускаем тебя, но ненадолго. Мы еще вернемся. Сущность, которая находится в нашей квартире. Ты сейчас рядом с нами? Ответь нам через маятник. Тихо. Уже да. Прям сразу да. Да. Сильно да. Качается. Послушай. Ты нам хочешь навредить? Возможно. Прям сильно качается, да. Возможно. А почему возможно? Ты со злыми намерениями? Переспроси, вертится. Ты со злым умыслом к нам пришел. Неопределенность. Не хочет отвечать на конкретный вопрос. А ты можешь на сегодня проявиться нам на камере ночью? Нет. Ты боишься проявляться на камере? Нет. Остановился. Подожди. Переспроси. Ты боишься проявляться на камере полноценно? Да. Почему? Ты боишься, что тебя кто-то увидит? Нет. Тебя накажут в потустороннем мире? В твоем мире тебя накажут за это? Хрена себе. Ого, он раскрутился. Не знаю, неопределенность какая-то у него. Он не может ответить. Разозлился, да? Нет, он не разозлился, просто он не может ответить на этот вопрос. Значит, ему нельзя. Слушай, сколько тебе лет? Вот тут цифры есть. Покажи нам, сколько тебе лет. Направь. Тихо. Маятник. 9. 9? На девятку, четко на девятку. А еще можешь показать? Это только 9, только девятка?
два. Один. Два. Два, да. Я вижу прям. 92. А ты можешь? Подожди, не трогай. А, все уже. Тебе 92 года? Нет. Ну покажи еще одну цифру. 3. 9, 2, 3. А еще цифра будет, нет? 9, 2, 3. 6. На шестерку идет. 9, 2, 3, 6. 9236. Тебе столько лет? Переспроси. Стоп. Тебе... Угу. Больше 9000 лет, я забыл дату. Цифру забыл. Да. Ты демон? Да. Совпали ответы с ЭГФ. Да, демон. Твоя цель – нахождение у нас в доме для причинения нам какого-либо вреда? Нет. Нет. А ты нас оберегаешь? Нет. Ты послан был кем-то сюда-то? Ты послан был каким-то практиком или кем-то другим? Да. Да, прям четко, как сильно качает. А для чего? А, чтобы нам навредить нашему ментальному телу или чему-то такому? Возможно. Здесь есть буквы. А, по буквам. Назови свое имя. М. По-моему, нет. Четко М. М? Да. По-моему, О. Я выше смотрю. Там тоже буквы есть. А, ну это английский, а тут русский. Ладно. О. Стой. А, О. Какая буква следующая? Как тебя зовут? Какая буква следующая? И. О. Или даже. Оз. Оз. Какая буква следующая? Л. Озлу. На Л. Мне кажется, что-то не то, он говорит. Ладно, назови еще одну букву своего имени. Еще одна буква твоего имени.
Значит, английский надо было смотреть. Значит, он не русскими буквами работает. Опять И. Озли. Озли. Что мы еще не спросили? Да вроде все спросили. Так, подожди, еще последний вопрос. Здесь есть месяца. Назови месяц, в котором ты поселился у нас в квартире. Месяц, в котором ты пришел к нам. Май. Ноябрь. Да, четко, май. Май или ноябрь? Больше на май падает. Ого, он раскачался. У меня аж... Посмотри на палец мой. Май. В мае, да. А тебе это ни о чем не говорит, май? Да, как раз-таки в то время у нас начались активные проявления какой-то сущности непонятной. Так, что-то еще будем спрашивать? Ты знаешь... Такой обряд, как дощечка и иголочка с ниткой. Мы в детстве такие обряды проводили и вызывали духов. Скажи, пожалуйста, такие эксперименты со связью с миром мертвых были эффективными или нет? Нет. Я могу это объяснить со своей точки зрения. Знаете почему, ребят? Потому что, да, во-первых, этот эксперимент мы все делали в детстве, даже я это проводила. Вот. Во-вторых, иголка, игла и нить, они не считаются магическими какими-то атрибутами, через которые мог бы взаимодействовать призрак, сущность или же демон, тем более демон. Почему? Потому что маятник, который вы видите, да, у меня в руках, маятник, это своего рода камень, через который можно взаимодействовать с миром мертвых. Как это работает? Работает это следующим образом. Все виды маятников, их очень великое множество, да, работают по своему какому-то принципу. Например, вот этот маятник из горного хрусталя, этот маятник может взаимодействовать с миром мертвых, он может напитывать человеческую энергию, он может воспринимать энергию того человека, с которым он взаимодействует. То есть это мой маятник, я его как бы уже неоднократно использовала в своих практиках, и когда мне нужно было что-то узнать и так далее. Какие-то другие предметы по типу иглы, нити с иглой там, и прочих других предметов, они не работают. То есть это просто не те атрибуты, через которые может взаимодействовать та или иная сущность. То есть вот самый эффективный, скажем так, атрибут – это именно маятник, потому что в себя имеет свойство впитывать некую определенную информацию. Поэтому я надеюсь, я понятно все объяснила. Шутки со всякими нитями и иглами – это уже как бы несерьезно считается даже в сфере не то, что паранормальных явлений, да, исследований там и прочего. Это считается несерьезным в сфере практической магии и оккультизма. Поэтому такие дела. Итак, друзья, сейчас Настя зайдет одна в одиночестве в ванную комнату. Я ей завяжу глаза, и она попробует призвать сущность, которая обитает в нашей квартире. Эксперимент начинается.
честно говоря, что-то как-то неспокойно вообще. Я вообще ничего не вижу, и плюс ко всему темно. Вообще что-то как-то очень неспокойно. Я видел там какую-то черную тень. Меня сейчас что-то дернуло за плечо. Я прям это почувствовала сейчас. Я видел какую-то черную тень. У меня было ощущение, что сзади меня кто-то стоит. Давай я тоже сяду. Может быть, не надо, а? Я реально говорю, я что-то сейчас почувствовала. Я не знаю, что это такое, что за херня. Но у меня было ощущение, как будто меня что-то взяло за плечо. И я прям чувствовала касание какое-то. Так, я понял. Друзья, нам посоветовали одно приложение интересное, которое генерирует нейросетью то, что может происходить как бы в пространстве. Мы хотим включить это приложение и попробовать спросить, кто же к нам пришел сегодня. Включаем приложение. Демон, который обитает в нашей квартире. Покажи себя. Покажи прямо сейчас себя в приложении с помощью нейросети. Удар? Только что что-то странное произошло. Ты посмотри, что показалось. Удар, и только что сейчас что-то в ванной было. Друзья, посмотрите. У меня мурашки по коже. Ты слышал этот удар сейчас, ребят? Да, и в эту секунду вот это показалось от нейросети. Ребят, мы вот они. Мы стоим сейчас здесь. Мы находимся сейчас на данный момент здесь. Если вы слышали удар, вы должны были его слышать. Мы надеемся, что камера записала этот удар, но... Очень странно, что сейчас после этого проявилась вот эта вот картинка. Сразу же все пропало. Она сохранилась теперь. Сейчас, подождите, ребят, я ее сохраню. Так, я думаю, что нужно еще раз, да? Честно говоря, я вообще в шоке. Я пребываю в шоке просто. Итак, сущность, покажи себя нашим подписчикам. Нам покажись. Мы ждем тебя. Мы знаем, что ты уже показалась, но покажись нам еще раз, пожалуйста. Темная сущность, как ты выглядишь? Покажись нам. Не хочешь? Покажи себя, прояви себя.
Слышишь звуки какие-то? Типа бульканье что-то, да? Да. Темная сущность, прояви себя. Кстати, даже собака на улице себя как-то проявляет странно. Хотя до этого тихо было. Сущность, прояви себя. Давай еще раз покажись. Хочешь, зайди в ванну, может быть, там что-то проявится. Да, ребят, это очень странно. Заточение, какой-то дед. Ребят. ВГФ был ответ старый. Что-то там, но я не помню уже дословно, но было слово старый. Прям в эту секунду я выбежал, когда я увидел это. Я в шоке. Смотри. Да, прям реально. Странно вообще. Давайте еще раз, последний. Мне просто интересно до жути. Еще раз покажи себя. Почему ты... Генерируется прям при вас, ребят. А что за надпись? Что там написано? Череп. Череп. Dead. Смерть. Ребят, смотрите, она движется. Все, хватит. Все, я не могу больше. Там как бы пикселями разбито, но там написано Dead. Смерть. Выключай. Хочется добавить, что мы не ожидали увидеть тех результатов, которые получили. Данное приложение – это первый в мире паранормальный исследовательский инструмент с нейросетью. Как утверждает разработчик, приложение сочетает в себе моменты духовного общения и человеческой психики, разума и интерпретации, используя силу современного искусственного интеллекта. Приложение добавляет новое измерение в экспериментальное духовное общение, которое не имеет в себе равных традиционных инструментов и экспериментальных методов. Ну так что ж, смотрите, что у нас получилось. Самое интересное то, что та темная сущность, которая обитает у нас в квартире, проявила себя и показала с помощью нейросетей. А вот посмотрите, что нам показало приложение до того, как мы начали эксперимент. На первой картинке странное и жуткое лицо. На второй – демон, пожирающий человека. По крайней мере, нам так кажется. Следующее изображение проявилось после того, как мы спросили, откуда наша темная сущность. Остальные были получены на протяжении нескольких дней. И нам кажется, что все эти изображения непосредственно связаны с нашей квартирой и с теми сущностями, которые у нас обитают. Thank you.
Обратите внимание на орба, который пролетел в объективе. Камера начинает двигаться и фокусирует странный черный силуэт. Он своим присутствием перегораживает блик, падающий на дверь. Ну а если приглядеться получше, можно рассмотреть, как данная тень делает шаг к двери.